У нас сегодня было 5 докладов из разных зон плодоводства нашего края, из хозяйств о лучших сортах яблок. Не случайно мы уже второй год проводим такой мониторинг для того, чтобы не делать ошибок в будущем и закладывать нужные сорта, которые будут рентабельными. Я сейчас немножко сделаю обзор о садоводстве края слегка, и мы перейдем к этим сортам. Я расскажу, для чего мой доклад. Садоводство приоритетная отрасль ОПК. Благодаря мерам господдержки она развивается. За последние 5 лет растут показатели. Объем выращенной продукции здорово вырос у нас в крае. За последние 5 лет на 30%. Это хороший показатель. Площадь многолетних насаждений тоже выросла на 10%. Было 28,5 тысяч, сейчас у нас почти 31 тысяча гектаров. Закладываемые сады интенсифицируются. Вот. С каждым годом закладывается садов шпалерных все больше и больше. Вот, например, в 2021 году было заложено 80% из всех садов, это суперинтенсивные. Соответственно, урожай будет больше и так далее. Садоводство, так называемое прогнозируемое, капельное орошение, сетка. Вот. Выращивание саженцев тоже выросло. За последние 5 лет на 50%. В 2018 году было 5 миллионов, сейчас уже 7,5 миллионов было в том году саженцев. Это хороший показатель. Мы, по крайней мере, себя обеспечиваем, наш край. Мы закладываем в среднем 4 миллиона, а выращиваем 7,5. То есть, ну и при этом еще и завозим извне 30%. Ну, на любителя. Кто-то любит заграничные саженцы, закладывает именно ими. Растут объемы хранения и фруктохранилища. Оснащаются линиями для заработки плодов. Вот. Но при этом есть у нас в последнее время отрицательные моменты. За последние 5 лет себестоимость выращивания плодов выросла на 60%. Это примерно 12,5% в год. Дорожает все, дорожало все статьи расхода в садоводстве, дорожали. 60% это очень много. Как Александр Акимович говорил, было 20 с чем-то, 25 рублей, по-моему. Сейчас уже суперинцы на садах 42. Вот. Цена реализации продукции тоже растет. За последние 5 лет она выросла на 33%. Ну, не успевает. Цена расти не успевает за ростом себестоимости. Поэтому вот рентабельность садоводства с 2018 по 2022 год у нас снизилась на 25%. Это очень серьезно. Структура себестоимости. Основные статьи себестоимости у нас, ну, наверное, везде так, но, по крайней мере, это по нашему краю, это все-таки средства защиты растений и заработная плата. Заработная плата в последние 5 лет очень сильно подросла, особенно после пандемии. И в этом году прогноз, мы брали аналитику, что все-таки в этом году себестоимость, рост может составить примерно на 13%. Это тоже серьезно. Поэтому запас прочности у садоводства заканчивается. Обычно у садоводов это такая емкость, что отрасль, что должен быть запас прочности. На разные форс-мажоры, на развитие, на строительство холодильников и так далее. Мы же должны быть конкурентоспособными с нашими зарубежными партнерами. Как вот академик Егоров всегда говорит в ФНЦ нашем, что если 60% не будет уровень рентабельности, то садоводство не развивается. В настоящий момент уровень рентабельности низкий. Вот. Он составляет предел 20%, если в общем брать по краю. Ну, поэтому надо искать пути, как нам быть в этой ситуации, искать внутренние резервы для того, чтобы этому как-то противостоять. Вот, помощи ждать. Государство помогает, но она помогает закладывать сады. Она дает дешевые кредиты на оборотные средства, но дальше выращивать нужно самим. Вот, грамотно, и прежде всего надо грамотно закладывать сады. Вот 5 ключевых факторов изменчивых, которые в садоводстве мы выделили. Вот, ну, климат непредсказуемый, рынок меняется. 80% уже рынка через плодовой продукции продается через сети. Покупатель становится все более избирательным. Садоводство интенсифицируется, меняются, дорожают технологии хранения. И наш главный фактор, конечно, это внешний рынок, который нас ценой торпедирует. Все-таки яблоко заходит зарубежное к нам и демпингует наши цены. Вот с этим нам надо как-то жить, выживать, бороться, прогнозировать, думать о будущем. Вот эти факторы, которые, как бы, они постоянно меняются. Поэтому надо в этих условиях как-то нам жить, выживать и не то что сопротивляться, но с этим надо жить, скажем так. Вот 5 ключевых, их много, но это по нашему мнению, по моему мнению, я вот анализировал, я в садоводстве давно уже, с 97-го года, скоро 30 лет, и вот эти факторы, которые садоводы делают, как бы, ну как сказать, как 5 ключевых ошибок, да. Сначала некоторые, особенно начинающие садоводы, идут только в яблоню. Я считаю, что это неправильно. В садоводстве, когда я был, изучал плодоводство, все-таки в учебниках плодоводства прописано, что должна быть не одна культура, должно быть их несколько. Вот. Мы считаем, что все-таки процентов 20, я говорю про наш Краснодарский край, что процентов 20 должно быть все-таки косточковых культур. Вот. Выбрал не тот сорт. Сорт или неурожайный, или периодичный, или непродаваемый, или неустойчивый. Вот, поэтому выбор сорта очень, очень важно. Ошибся с землей, проигнорировал анализ на садопригодность. И есть такие садоводы. И даже есть, которые действующие садоводы на новых участках не анализируют и попадают с этим. Вот, даже в условиях одного хозяйства участки разные бывают, и их обязательно нужно на садопригодность анализировать. Вот, не учел экологию и климат конкретного участка. Вот у нас в крае 4 зоны плодоводства, и в каждой зоне есть отдельные районы, которые отличаются друг от друга, и это тоже нужно исследовать, и тоже нужно учитывать обязательно при закладке садов. Ну и выбрал не ту технологию, размахнулся, посчитал, что все, справишься, насадил садов, не хватило денег на фруктохранилище, на линии для доработки плодов, и ты оказался не конкурентоспособным. Вот эти ошибки садовода изначальные, которые нужно учитывать с самого начала, или при закладке новых садов, или даже когда развиваешься дальше в садоводстве, закладываешь новые сады, эти ошибки тоже нужно исключать для того, чтобы быть конкурентоспособным. На нашей конференции мы встречались уже на первом номере, сейчас встречаемся второй раз. Но хочу сразу сказать, я об этом уже говорил на одном из совещаний, что волшебной палочки у меня на эту тему, на тему себестоимости, ее нет. Мы ее должны вместе взять и выстрогать, и попробовать ее применить. Применить ее можно, скажу как. Это мое личное мнение и мнение тех людей, с кем мы общаемся и пытаемся понять саму систему, та, которая сложилась в данной ситуации. То, что сложилось вокруг нас, вокруг нашей страны. Суть здесь в чем? Мы как бы хотели или не хотели, но мы все равно должны вернуться к пониманию кооперации. Однозначно. Когда создавался союз садоводов, губернатор края сразу начинал вопрос, я это запомнил очень хорошо на одном из совещаний, с кооперацией. Но я все-таки тогда как бы вставил свои 5 копеек, что давайте начнем с союза садоводов все-таки, а потом продолжим эту саму дискуссию, и в принципе даже уже дискуссия уже немножко опаздывает, надо уже реально двигаться в этом направлении. Почему скажу кооперация? Кооперация в том понимании, ну как это выглядит там за рубежом, многие из вас где-то общались, ездили, смотрели, да, она у нас невозможна, потому как сравнивать, ну как все между собой мы тут называем огороды и те сады, которые у нас есть, то это несовместимые вещи. У них кооперация там развита по первой причине, то есть малообъемные сады, они кооперируются и превращаются уже в кооператив, которому легко работать, ну, относительно реализации, логистики и всего прочего. У нас это не пойдет, потому что у нас вот именно в таком виде не пойдет, потому как у нас есть хозяйства большие и маленькие, и скооперировать, ну, даже возьмем, ну, самое большое хозяйство, сад-гигант с каким-то маленьким хозяйством, это, в принципе, ну, невозможно сделать, никто это делать не будет. Поэтому мы должны начать немножко с другого. Суть наших начинаний должна заложиться из чего? Из какого понимания? Из понимания кооперации, то есть совместные действия. Это, ну, начнем, вот такой живой пример, средства защиты растений. Ну, это все понимают, что это одна из основных, даже можно сказать, первая, номер один, затраты в себестоимости. Мы, каждый из нас, даже мы со своими 700 гектарами, все равно не можем попасть в федеральную закупку. Ну, то есть я имею в виду федеральную закупку, купить его из первых рук. Мы все равно вынуждены покупать их уже из вторых, третьих рук и всякое другое. Поэтому мы должны понимать, чтобы получить дешевый, относительно недорогой, не дешевый, а недорогой препараты, недорогие средства защиты растений, мы должны объединиться. Объединиться, либо этим объединением мы должны выбрать какую-то компанию из дистрибьюторов, которые представлены, и ей дать возможность зарабатывать побольше, но за малые деньги, получая клиентов в одном исполнении, либо мы должны создать свой торговый дом. Это, мы от этого, вот увидите, мы все равно к этому придем. То есть мы должны скооперироваться, либо выбрать компанию, которая имеет опыт, и ее под контролем, и за счет объема. Мы должны ее вытаскивать на себя или на тех участников кооператива, когда она берется, ну, приличный объем, и мы сможем делать федеральные закупки. Либо создать свой торговый дом. Это то, что касаемо средств защиты растений. Но не только средств защиты растений. Торговый дом также может закупать для кооператива и ту же технику уже по другим ценам. Все понимают, вот, оптовая цена и цена одного опрыскивателя, допустим, или когда мы берем их 25, 30, 40, 50 штук и всякое другое, и другие, ну вообще другая техника. Это тоже ее касается. Это то, что касается закупок основных материалов и средств защиты растений. Второй вариант из того, что может вытащить на себя более низкую себестоимость, это, конечно, компенсация тех ошибок, которые мы все до сих пор допускаем. Мы все до сих пор допускаем, хотя собираемся, беседуем и немножко теряется информация, и мы ее должны объединить. Не делая ошибок, вы по-любому выскочите из ситуации, которая тянет за собой себестоимость. Вся ложится себестоимость, там, ну, министерство считает ее по одному, бухгалтерия, бухучет, это одно, скажем так, и то, что считается в министерствах, мы с этим столкнулись в Совете Федерации, непониманием вопроса, он считается немножко не так, как на самом деле происходит в садоводстве. Там себестоимость растет, она растет не только из-за прямого учета, а из-за до и после, то есть то, что происходит до урожая и после урожая, то есть хранение и всего прочего. Там многие эти, ну сейчас у них бухгалтерский отчет, все это не учесть. Но об этом надо разговаривать и делать выводы. Выводы мы сможем сделать. Союз садоводов является некоммерческой организацией, она бы могла этим заняться, если бы она была коммерческая организация. Но так как она некоммерческая организация, возможно, все-таки придется создать, мы придем к этому, создать, ну, даже торговый дом. Либо начать, если посредством защиты, начать подбор компании, которая сможет выполнять поставленные задачи. Если мы, ну как в народе говорят, гуртом и батьку быть легко. То есть поэтому надо объединить и получить суммарно какую-то цифру, на которую мы сможем закупать. Дальше это ошибки, я уже сказал о них, надо не допускать, надо всем создать, будет, если мы будем через союз садоводов собирать всю информацию, делиться ей, и люди не будут допускать ошибок при подборе сортов, при подборе подвоев и всего остального, то ситуация будет очень и очень развиваться более ходко, более безболезненно будут проходить все варианты. Вот на нашем примере, допустим, на сегодня раскорчевали мы больше 150 гектар сада. Хороший сад на вид как бы, а экономики нет. То есть интенсивное садоводство и суперинтенсивное, я думаю, объяснять не надо, это уже все поняли, что такое покатушки, мы их так называем в народе, на М9. Это скоростная машинка, на которой мы уселись, и газ в пол, и кто не успел осмотреться, попал в аварию. А кто на 106-м катается, да, эта машина спокойная, уверенная, но опять же ее надо тоже модернизировать. На ней разбиться и понести убытки гораздо меньше шансов. На девяточке, конечно, можно получить очень серьезные травмы, я имею в виду производственные, в плане экономики. Поэтому надо делиться этим опытом, надо полностью ее компенсировать, собирать и все это прояснять. Многие идут шашки наголо, поскакали. Звонки. Алло, а что так? А почему? А что сделай? Отматывать всегда трудно, я вам скажу. Трудно. И самое главное, это дорого. Дорого. Нарастает экономическая скома. Человек из года от года устает и начинает думать, а что же делать дальше? И все. И начинаются отступные, желание пропадает. И это, конечно, тянет за собой серьезные экономические последствия. И третий вопрос, это, конечно, то, что мы, в принципе, на сегодня, но он и не самый главный вопрос зарплат. Зарплатный вопрос, он тоже очень сильно бьет по экономике, но от него мы никуда не денемся, возьмем даже у тех же иностранцев зарплаты, скажем так, повыше, чем у нас, но они дают себестоимость, у них себестоимость, возьмем грубо 14 рублей килограмм. Наша себестоимость в этом году это от 38 до 42 рублей. Это у суперинтенсивщиков, она плячет. 38-42 это цифра для осени очень нехорошая. Я мягко буду говорить, стараюсь выражаться мягко. Потому как мы всю осень работали на минусах. Поддержать рынок. Если учесть всю экономическую раскладку, то считайте сентябрь, средне-ранние, средне-поздние сорта. И октябрь и ноябрь работали лишь бы работать. То есть все шло в минус. Если на круг взять, это себестоимость 38, возьмем минус 10 рублей в лучшем случае, это минус 10 рублей, 28 рублей на круг. То есть потому как воздействие на карточки сетей мы не имеем. Сети обещали, конечно, пересмотреть, каждый год обещают, но я думаю, пересмотрят или нет. Такое яблоко, какие у них карточки, вырастить в половине Краснодарского края невозможно. Невозможно. 75% окраса это серьезная цифра с такими погодными условиями. И поэтому качественное яблоко с окрасом 65%, 68% по их фотографиям, она, конечно, это минус 10 рублей на килограмм. А это и есть тот заработок, который должен был бы быть. Я имею в виду на погашение себестоимости, выхода на 38 рублей, хотя бы выровнять ровно-ровно. Поэтому надо с сетями будет поднимать этот вопрос, не оставлять его на потом, а все-таки изменить подход к карточкам сдачи сортов, по сортовым, по помолвениям. Это они должны все-таки сделать. Мы не Италия, не Польша, и не Латинская и Америка. То есть мы такого яблока сделать не можем. Хотя по качеству наше яблоко будет не хуже ихнего, если не лучше, раза в два. Это самое мало. Это то основное. Это средства защиты растений, это все-таки ошибки при закладке, ошибки при возделывании. Эти два основных показателя, это с чего надо начать править. Это все-таки себестоимость должна упасть за счет средств защиты растений и за счет недопущения ошибок, которые мы продолжаем допускать четко, уверенно. Это согласно обращений других хозяйств, которые ребята просят, помогите, что случилось, не знаю, что делать. Поэтому такие вещи надо исключать. А уже касаемо будущего, то есть о том, что сказали у наших питомниководов, есть вопросы сейчас тоже с реализацией, то да, надо тоже более согласованно действовать дальше, так как под субсидии будут попадать уже саженцы, произведенные в России, то есть Какая разница, где они будут произведены, но я думаю, большая часть все равно для нас приемлемых, она может произвестись в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии, вот в этих регионах. Поэтому надо согласовывать все-таки, настраивать уже не на ура шашкой, а все-таки немножко попотеть, немножко пообщаться с хозяйствами, у кого какие перспективы, кому какие сорта, немножко менять саму ситуацию и подход к выращиванию саженцев, возможно, даже под заказ. Хотя все, конечно, сейчас побаиваются той ситуации, которая случилась этой осенью при таких продажах и реализации, садоводы немножко так это передернуло, если мягко сказать. Вот. И плюс надо все-таки питомниководам задумываться на перспективных подвоях. Мы об этом уже потихоньку говорили, а сейчас я все-таки предлагаю задуматься им, так как мы тоже пробуем. Надо разрабатывать технологии ввоза, либо регистрации, правильной регистрации. Это подвоя Женева, ему надо уделять колоссальное внимание. Вот поверьте мне на слово, это будущее садоводства. Сегодня мы идем семимильными шагами, разгоняем машину садоводства. Завтра придут проблемы болезней. Они уже кое-где пришли, и люди не знают, что с этим делать. То такие подвои, не зря та же Европа, какой бы садик маленький или чуть побольше, все, под ноль уходят от тех. Понятно, что там зараженность выше, что там сроки эксплуатации земли были гораздо дольше. Понятно, но нам, чтобы не наступить на эти грабли, мы должны, и особенно питомниководы, должны это уже рассмотреть, ту перспективу действия своего, раз у них появились такие преференции, которые, да, они будут работать, если мы будем работать, питомниководы тоже будут работать, мы будем потреблять саженцы, да даже и другие регионы они смогут продавать. Это перспектива развития, надо решить все-таки вопрос с регистрацией Женевы. Там есть на вкус и цвет любой, есть Женева 11, 202, 41, то есть кто любит 106, кто любит 9, кто любит 26, все это в этом подвое есть. Поэтому всем надо все-таки уделить этому большое внимание, кто особенно занимается питомниководством. Это то, что на перспективу, надо обязательно это делать. Многие регионы уже немножко в туман впадают с болезнями. Этот подвой совершенно не боится ни фито, ни грибов, ничего, совершенно. Прямо можно в грязную землю садить, и он будет шуровать на всех парусах. Это надо отработать, особенно питомниководом, повторяю третий раз, потому что мне, если бы мы занимались питомниководством, я бы уже ноги сбил бы для того, чтобы пробить, достать, добыть, зарегистрировать, вывести и все прочее. Это нужное дело. Ну а в общем уже говорить обо всем у нас еще впереди есть время, если у кого-то будут вопросы по поводу помологии степной зоны, как работает 106-й, ну были такие просто вопросы, там в кулуарах, как работает 106-й плотной высадки. Мы сейчас уже на 5-м году испытаний, 106-е подвои уже на более крупных сортах, сильно растущих прогнали через полив, через плотность высадки, чтобы попадать в субсидию. Конечно, надо плотность высадки, это все знают уже, столкнулись, хотя бы интенсивную, уж я за супер на 106-м не говорю. Просто вопрос был такой, я пожалуйста, могу рассказать отдельно, потому что это настолько широкая тема, которую надо будет сильно-сильно прожевывать и порассказать. А так, если есть вопросы, а всем все-таки я хотел бы подумать, и пока у нас есть время, может быть, даже что-то предложить, чтобы мы двинулись, пусть Союз садоводов возглавит это движение с кооперацией все-таки хозяйств в это действие. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич, спасибо.